да. Так, друзья, мы в экотехнопарке. Экскурсию ведет Антон Эдуардович Каменицкий. Это очередной раз такой экспресс-репортаж с того, что строится, делается. Все мы, конечно, показывать не будем. Правильно, Антон Эдуардович? Да, не буду. Все показывать не будем. Здесь как раз очень, да, многие наши, вот сейчас покажу, словакские инвесторы, партнеры, которые Франчисек Солар, это наш основной лидер из Словакии. Юра Сницкий, привет. Да, Милан. Да, одевайтесь. Сегодня здесь холодно, вот честно могу сказать. Так что, друзья, видите, идет стройка в очередной раз. Ничего нового здесь сейчас нет, вы не увидите. Все это в репортажах показывается. Просто перчатки, холодно, друзья. Вот, работы идут, несмотря на то, что холодно, несмотря на то, что как бы так, погода мрачная. Да, друзья, я могу сказать, тут прохладно, ветер такой. Так. Так что тут кое-какие комментарии дает Анатолий Эдуардович Юницкий. Друзья, это опять же, говорю, такая рядовая, типичная поездка. Просто это очень серьезные люди, серьезные инвесторы, которые здесь. То есть это одни из наших лидеров в Словакии, которые... Вот, фирма, которая, видите, то есть вы уже десятки раз видели. Видите, она уже туда уходит, монтаж идет. Так что вон там юнибайк, о, мостик появился, которого я не видел еще. Там идет монтаж сейчас. Это, опять же, я говорю, все, друзья, вы в репортажах все это видели. Сейчас просто некий такой с Дальнего Востока. Да, привет всем с Дальнего Востока. Поэтому просто вот в очередной раз сказать, что мы в экотехнопарке на фоне, видите, нашей фермы, которая готовится к демонстрации. Идет постоянный монтаж. То есть вот сейчас мы там только, ну, Анатолий Иванович там сказал не снимать, там элементы технологии идут, изоляторы, там сделаны еще там такие исправления. Поэтому здесь, то есть это Юрий, то есть вы видели его все по репортажам из, да, с Быстрицы и с Татров, так сказать, вот приехали все своими глазами увидеть для того, чтобы. Так, где юнибусы написаны? Юнибусы, они на заводе, сейчас там идут работы. Вот. Да, мы сейчас отсюда поедем на завод, не знаю, где там, что можно будет снимать, что нельзя. И нужен вебинар про ИРС. Ну, хорошо, сделаем. Это самое, то есть это мы, скорее всего, сделаем с Виктором Бабуриным. Да, самое. Франчисек – это наш самый сегодня активный поздравляю партнер в Европе. Дорогие, да, друзья. Да. Так что это, видите, все на заднем фоне, все, видите, вот это идет с фермой, она уходит, как бы это все туда монтаж идет. То есть, Анатолий Ильич, вот как приятно вести репортажи, а на заднем фоне, я говорю, у нас ферма. Раньше на картинках, да, так сказать, это. Покажите юнибус. Не, юнибус на заводе, они готовятся. То есть, если там Анатолий Ильич разрешит поснимать, то мы юнибус покажем. Дело в том, что мы постоянно их совершенствуем. Погоняли, увидели недостатки, пошли изменения, улучшения. Это же пусконаладочные работы. Мы, да, еще не серийную продукцию. Конечно. Они еще далеко. Вот. Поэтому, друзья, я говорю, то есть цель того, что вот я сейчас как бы там включаю и делаю, это о том, что мы показываем это. Приехали люди, которые хотят просто своими глазами все это увидеть, что это действительно все работает, что существует, что мы не просто картинки рисуем. Тут монтаж идет, вон там монтаж идет, там монтаж идет. Работы идут, поэтому там что монтаж тут? Работает и слетёс. Да. Там анкерная опора грузовая, да, вот сейчас мы туда дойдем. Скоро монтаж. Да, здесь, вон, видите, у нас, так сказать, сейчас, короче, это воду, где берут в экотехнопарке. Видите, как очень хорошо выглядит. Так, сейчас, о, я прям на фоне, это колодец здесь, видите, все это самое, как воду берут. Вода там. Да. Вот, так что, сейчас включу Анатолия Эдуардовича. Видеомонтаж, ну да, как говорят тролли, видеомонтаж. Ну вот видите, в очередной раз в прямом эфире делаем видеомонтаж. Так вот, идет, так сказать, вот над трассой юнибайка, там вот здесь опоры. Да,
Мы сегодня как раз нам показывали стрелочные переводы в конструкторском бюро. Там, конечно, мы ничего не снимали, друзья, это закрытая информация инженерная. Но сегодня нам показали, как проектируются стрелки. Потому что много вопросов задают Анатолий Ильич. А как стрелки, а как ездить, а как то вы проектируете? Мне смешно, я говорю, ну а как вы думаете? Как экраном, да. Да. Ума, не куда хватит стрелку придумать. Да. Не стрелок будет. Или так вот, как раз. Это мы отрабатываем аварийную установку, в том числе торможение внешнее. Мы моделировали Unibar. Анатолий Дальше уже рассказывает элементы испытания. То есть вот стоит блок, который экстренное торможение, то есть который, если надо затормозить, он внешний. Ну, каким-то причинам. Еще раз видите, так сказать, это, я говорю, рядовая такая экспресс-поездка, то есть я сам уже вчера днем не знал, что мне придется ехать сюда, то есть срочно попросили, вот. Поэтому шумит сильно, ну, естественно, друзья, тут шумит сильно, тут ветер, у меня условия не приспособлены, сейчас вот чуть отойду от ветра, тут все-таки холодно, вот сейчас здесь ветра нет. Вот, тут кепку спрашивают, нет, друзья, у меня кепка специальная, она утепленная, так что в ней не холодно. Так что это каких гостей впечатление. Ну, сейчас мы немножко это, сейчас зайдем потом в дом приемов, здесь, который это, там камин. Тоже спрашивают, а зачем там камин, что это роскошь? Да нет, друзья, этим камином дом топится, там отопления нет, поэтому возле камина там сходка в... У вас холоднее, чем в Сибири. Да, сегодня минус где-то минус 18 сегодня здесь. Вот. Так что... формат видео узкий. Ну, друзья, я просто не взял с собой приспособление сегодня, чтобы это показывать. Поэтому, я говорю, просто цель сейчас какая очередная, что показать вот делегацию, показать работы, показать что-то. Поэтому даже, в общем-то, и задача, так видите, вот мы сейчас у легкой трассы Юнибайка, то есть он сейчас на доработке, на следующей неделе он станет опять на испытание сюда, потому что, как сказал уже Антон Эдуардович, это испытательная система, то есть это самое выявлено, ну, наработаны определенные вещи, сейчас носятся конструктивные изменения, что это не развод, серьезные люди не верят. В этом. Тут, друзья, тут о чем говорить? А вот это все строительство, испытания, там все это. Ведь шаг за шагом же идет. Монтаж идет здесь. Сейчас вон мы проходили только что проходили. Вот разворотный круг делается здесь и там. Вот, поэтому, друзья, всех убедить невозможно. Убедиться. Единственный вопрос, который будет убеждать всех, это только демонстрация и все. А к этому идем. Мы, друзья, работаем, собираемся. Инвесторы, вот сейчас вот тут наши белорусские друзья пытаются там как-то сказать, что мы несчастных белорусов, а мы, друзья, вообще в Беларуси работы практически нет никакой. У нас основные инвесторы сейчас это Европа, вон Словакия это крупнейшие инвесторы сейчас, Чехия, Венгрия, Польша, сейчас Германия очень активно получает. Сюда делегации приезжают. Вот на этой неделе будет арабская одной страны, через неделю вот у нас Франчишка будет делегация 4 арабских стран, там на следующей неделе или там через неделю будет в Индии большая встреча, подписание уже там документов готовится. Виктор готовится сейчас большой демонстрации, будет транспорт в Индонезии, выставка. Поэтому интерес идет по всему миру. Инвесторы, я говорю, сейчас уже приблизились и, по-моему, даже перешли рубеж в 150 стран. Это инвесторов, которые официально участвуют в проекте. Поэтому, друзья, что здесь убеждать, не убеждать? Ну, кто-то сейчас не верит, потом поверит. Я привожу пример. Мне там почти 10 лет назад предложили купить биткоин. Я отказался, потому что не знал, что такое криптовалюта. Ну и что теперь из этого? Ну, локти себе кусать. Вот. Значит, кто-то, когда поймет, придет время. Так, франчайзинг, народ, это самое, говорит, как впечатление у наших словакских друзей. Сам, друзья, это человек, который больше всего любит инвестиции в Skyway, поэтому посмотрите его в лицо. Да. Да, ну, франчайзинг, общее впечатление. Ты же был здесь уже на Экотехнике.
экофесты, вот сейчас, видите, что изменилось, какие впечатления. Много так... роботов здесь было, да, но я был здесь в апреле, нулого года, здесь было ничего. И сейчас можем посмотреть высококоротную дорогу. Дорогу городскую? Высококоротную. Городскую. Да, и вон там вот еще грузовая танкерная опора, так сказать. Вон там дальше грузовая танкерная опора. Да. Мы туда не пошли, там снегом это самое, сейчас с той стороны надо обходить. Поздравляю вас, дорогие друзья. Да. Все добро, все хорошо. Так, Анатолий Дорович, сейчас насчет. Как все? Может, зададите вопросы? Так, ну давайте, вот у нас... Ну, Анатолий Дорович, давайте начнем только сейчас. Какая-то пришла, друзья, мы пока сидели, тут разговаривали, Анатолий Дорович, да. Позвонили и... Нет, я говорил, что вот проблема с выделением земли на 16 километров высокоскоростную трассу. Поэтому кое-кто из чиновников сказал, что у нас сомнительный проект, и мы не можем выделить деньги. Хотя мы просим ее в аренду на 25 лет, причем точечный отвод фактически под опору. Поэтому я обратился с письмом к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу с просьбой поддержать нас, выделить землю. Вот мне сейчас позвонили. Прям буквально это было, вот, друзья, меня, 5 минут назад, 3 минуты назад. Есть решение о выделении нам участка земли длиной 16 километров. Для строительства вот это скоростной участок. Друзья, а вот чтобы не быть голословным, просто вот я только насколько приятно, как бы вот сейчас говорю, тут мы сидим за столом, а вот теперь я вам покажу окно. Вот я подхожу к окну. Видите? И в окно видно, вот она, трасса, вот, которая идет. Видите, так, и вот теперь принято решение, что эта трасса, вот она здесь сейчас строится километр, а дальше она будет продляться еще дальше на 16 километров. Это значит, в этом году начнутся уже строительство и подготовка к испытаниям на высокоскоростной для скорости до 450-500 километров в час. Да, да. И вот приятно, когда приехали наши друзья, инвесторы, не просто друзья, а наши акционеры. Когда они посмотрели, что мы делаем, мы сидим вот, за чаем, обсуждаем будущее. И они вот буквально вот несколько минут назад приняли решение инвестировать 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов. Друзья, это вот тоже сейчас вот в прямом, так сказать. Это результат вот нашей встречи. Да. Вот, и каждый из инвесторов берет на себя и обязательства. Восьмой этап скоро закроется. Да, и поэтому вопрос, когда будет закрыт восьмой этап, друзья, после таких инвестиций, после таких этих очень скоро, быстро. Да. Вот. А буквально через две недели, вот мы только что с Франчиском сейчас говорили, сюда прилетает уже вот делегация крупных таких серьезных арабских, из четырех стран будет, да? Египет, Катар... Шесть арабских стран, да. Это лига арабских стран, да? Да. Вот, и будет, это тоже они прилетают, а на этой неделе будет делегация еще там... На следующей неделе мы с Виктором Бабуриным летаем в Индию уже подписывать первые договоры, контракты с одним из губернаторов одного штата. Уже по конкретному адресному проекту? Да, уже по конкретному адресу. Друзья, вы все это в прямом эфире слушаете отлично от Анатолия Эдуардовича. На обратном пути мы опять заезжаем в Абу-Даби, прилетаем и встречаемся в Эмиратах. Это уже будет очередная встреча, которая уже решит и определит, на каких условиях мы с ними сотрудничаем. Они тоже хотят и адресные проекты, и в том числе вот для арабских стран построить экотехнопарк там, в Эмиратах. И они берутся полностью за финансирование. И Виктор потом после этого сразу улетает в Индонезию, там вот сейчас же готовятся, да, то есть на большую выставку транспортную. Да, у нас две большие выставки. Две большие выставки. В Индонезии и в Индии. Да, в Индонезии и в Индии. Потом в Европе тоже вот скоро будет выставка. Да. Где мы участвуем. Так что работаем. Каждый день. Ну вот, друзья, вот в прямом эфире вы слушаете вот такие новости, друзья. Я считаю, что сегодня у нас обычно уже принято такое, после каких-то событий, день для Skyway прожит не зря. Сегодня очередное очень важное событие. Друзья, теперь, когда спрашивают, а что с землей, а что со строительством, Анатолий Эдуардович, причем, друзья, я прокомментирую этот вопрос таким вот. Только что Анатолий Эдуардович говорил, что у нас все готово. Готовы производственные мощности, спроектировано, готовы начинать строительство вот этого дальше участка на 16 километров хоть завтра, но чиновники не дают землю. Да, и в письме президента я написал, ну, не хотите, чтобы это было в Беларуси, ну, вот в другой стране. Будет в другой стране, да. И буквально, когда вы это письмо отправили Лукашенко? Две недели назад. И вот сейчас, вот находясь здесь с делегацией, Анатолию Эдуардовичу звонят и говорят, все, вас поздравляем, решение о выделении земли под строительство еще 16 километров трассы уже
принято. Она пойдет, вот вы показывали. Да, я показал уже. Она туда пойдет продолжение вот туда. При этом выходит с участка и с поворотом 50 километров влево уходит. То есть мы сделаем большого радиуса кривую, чтобы показать там все поворот большого радиуса. Потому что там скорость 500 км в час, и чем больше радиус кривизны будет, тем меньше будет центробежное ускорение, тем комфортнее движение. При этом мы уходим там от препятствий, такие как населенные пункты, там есть поселки, дачные поселки. И поэтому мы уходим по неудобице, по ну, такому лесу, который не относится к гослесфонду. Поэтому, в принципе, нам выделяют землю, потому что она сейчас все равно не используется. Она бесхозная, на самом деле. А мы там покажем уникальную дорогу, уникальную, так, которая в том числе покажем, что она может проходить через болото, реки, пересекать дороги. Там линия электропередачи, там, она будет проходить 650, выше, да? 650 тысяч вольт. Мы согласовали со всеми службами, в том числе с энергетиками, о том, чтобы пройти под ЛЭП. То, что под ЛЭП нельзя просто так проходить. Нельзя, например, в середине пролета, там провисают себе. При этом нельзя близко к опоре, потому что в случае падения опоры ЛЭП, она упадет на дорогу. Да? Потом есть коридор, который ну, дают нам энергетики, и мы в этот коридор входим в трассу. Ну, а там какой пролет будет, чтобы она будет проходить над ней? Таким же мы идем. Ну, там, где у нас есть, встречаются озера, мы посмотрим, может, там 100-метровыми пролетами пройдем. Пока земля не была отведена, мы не могли еще... Конкретно проектировать, да? Нет, оно и концепт есть, опоры расставлены. Но сейчас надо делать геодезию, геологию, уже конкретно смотреть, какие грунты. Ну, если болото, там, торф, ватерфов или что, свайные фундаменты. Буронабивные там, допустим, сваи, или завищие сваи, или плитные, да. Уже с учетом конкретики мы уже будем привязку осуществлять вот тех опор, которые мы пока расставили без знания этого, потому что на земля не наша, мы не можем ее изучить. А сейчас уже мы можем вот эти исследования все проводить. Ну, приятно такие ну, новости слушать. Приятно, то есть, видите, как и с одной стороны очень серьезный инвестор, который тут вот то, что франчайзик Юрий, так сказать, тут все вот, то есть они сегодня, друзья, самые крупные инвесторы, привлекают больше всего инвестиций. А то, что когда сегодня ну, принято решение и речь идет уже о миллионах, то самое, то именно уже в инвестиции в конкретное строительство. Потому что если бы не велась эта работа, то сегодня инвестировать, в общем-то, не то что некуда, а эти деньги, они же все сразу до копейки уходят в освоение выполненной работы. И как только они увидели, что да, объем работ подготовлен, завод готов сегодня выпускать, делать, то сразу, соответственно, есть такие решения. Мне это вдвойне приятно, потому что на фоне суда с онлайнером я подал на них суд за оскорбление. Да, кстати, Анатолий Иванович, вот это вчерашний пасквиль, который написали, может, вы... Ну, это будет очередной иск, ничего, это только увеличивает их расходы. Нам деньги нужны, так что все нормально. Мы выиграем суд, безусловно. Так вот, на фоне того, когда онлайн пытался доказать, что здесь бутафория, что я журик, мошенник, мы строим пирамиды, и ничего на самом деле нет, какие-то вкопали столбы, вообще-то, не должны копали, а закопали. Гробы закапывают, столбы-то вообще-то мы не закапывали. Вкапывают. Нет, так у нас нет столбов, у нас опоры. Чтобы понимать, опора эстакады – это очень сложное инженерное сооружение. Если говорить, допустим, о скоростной железнодороге, которую построили японцы. Японцы умеют строить и проектировать. На Тайване там одна опора стоит около миллиона долларов. Одна опора. Потому что там такие колоссальные нагрузки на нее. Где-то, потому что пролеты настолько тяжелые, порядка 4000 тонн один пролет, хотя его длина-то 35 метров, у нас 50 метров. Что под опорой, под каждой опорой, 4 буронабивные сваи диаметром 2 метра каждая и длиной 60 метров. У нас сваи одной опоры, вот японской дороги, больше бетона, чем наши две анкерные опоры и вся трасса. Конечно. А там только фундамент одной опоры. Вот это назвать нашу вот такую уникальную опору, назвать столбом, закопанным, вкопанным в землю, закопанным, ну это просто оскорбление, так?
При этом, когда они были у нас, и вы же тоже присутствовали, брали интервью, да, да, у нас да. было не 18 опор, а 42. Они не заметили. Они заметили, что у нас уже две анкерные опоры станции, это на этой трассе. Что у нас уже 4 опоры анкерно стояли на легкой трассе. Они тоже этого не заметили. Поэтому была заказная статья, нам известно, кто заказывал, да? Да, да, да. Да. Почему это вспомнил? Просто вот на этом фоне вдвойне приятно, что власть меняема все-таки у нас, понимает. Ну так? Да, слава Богу, да. И, видите, нас поддерживают. Ну вот, друзья, на сегодня, видите, сколько и новостей. То есть, как я говорил, что мы специально, то есть, включили, это рабочая поездка, то есть, ни в коем случае это не какая-то там сверхпрезентация. Нет, да, да. Это поездка для наших партнеров, которые, то самое, всех еще раз показываем, то есть, которые действительно сегодня очень серьезные инвесторы, которые инвестируют и привлекают очень... Да, те, не только привлекают, то есть, сами приняли решение, да. серьезно Я вот про Юрия Снизко могу сказать, что мы познакомились... когда это вот на эти рождественские праздники перед Новым годом. То есть, а он уникален чем? Что мы проводили там летом первую конференцию вот с франчайзером и проводили в его гостинице. Он владелец очень такой шикарной гостиницы в Диксоне, Диксон в Банско-Быстрице. И он первый раз узнал тогда о Skyway, то есть с франчайзером поговорил. И... Это было недавно. Это, когда это было? Это в прошлом году, 2 октября прошлого года. Вот. После этого Юра очень быстро... Полгода не прошло. Да, да. Он сразу и стал экспертом, и привлек очень много... Сам инвестировал, привлек очень много серьезных бизнесменов. И сегодня это вот у нас уже третий топ-эксперт, да. А я еще есть одно объяснение, почему это произошло. У него часть фамилии Скай. Да, 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 да. У него Снизко Скай фамилия. Так, да, так что это да. Вот. И сейчас, исходя. Вот. И сейчас очень как бы важно, что вот я, когда был на рождественские праздники, вот мы с Юрием, у нас не было ни одного ни встречи, ни ужина, ни обеда, даже боулинга, без какой-то презентации, без Skyway, были постоянно... Президент поддержал нас на 16 километрах. Ну вот, друзья, вот бумага в прямом эфире. Так что прямо принесли. То есть, видите, вот это наш юрист. Вот Анатолий Эдуардович держит. Комиссия дрогнула по решению администрации президента. Выделили нам участок дополнительно 16 мая. Да, мы уже позвонили, мы в прямом эфире показываем. Это письмо с учетом того, что там экспертиза будет академия. Потому пришли здесь. Ну, потому что вы приехали. Они испугались. Ну, вот видите, Анатолий Эдуардовичу привезли бумагу, подтверждающую как бы о том, что все, земля выделена 16 километров. Комиссия по такому. Да. Ну, так копия это не... Ну, конечно, Анатолич, верим на слово. Дать положительное заключение о возможности изъятия и предоставления земельных участков следующим юридическим лицам. Закрытому акционерному обществу «Струнные технологии» для строительства опытно-экспериментальной тестовой транспортной системы эстаказного типа в научно-исследовательских и опытных целях в Пухлицком районе при условии выполнения требований Национальной академии Белоруссии. Естественно, мы эти требования выполнили. Ну, это там по сертификации. Да, да, да. Да. Как... И там, кстати, Академия наук очень птички волнует. Будут ли птички гибнуть? Не будут. Да, бережно к ним будем относиться. Я на этот вопрос, Анатолич, когда задают, а как птички, а как это? Я говорю, знаете что, я не знаю, будут ли гибнуть птички или нет. Анатолий Иванович, можно точно сказать, кто не будет гибнуть. Это, на этих трассах не будут гибнуть люди. То есть это самое главное. Больше всего гибли, я сам это убедился. У меня мама живет в Казахстане. Мы как-то поехали на машине из Москвы в Казахстан, через Казган. И когда ехали по трассе Караганда-Джисказган, там метров 500, это вечерело, степь, и я обратил внимание, что в радиатор машины птичка. Так, летит один раз в машину, да? Я стал считать. Одна птичка, вторая, третья, четвертая. На 50 я перестал считать. Потом стемнело. Дорога длинная, мы дальше едем. Я смотрю, какие-то точечки блестят. И смотрю, раз под колеса, я понял, что это тушканчики. Я стал считать. 1, 2, 3, 4, на 50 я остановился. То есть пока машина одна ехала, она убила не менее 100 вот, живых существ. Да, птички и тушканчики. Почему? Птички летают на малой высоте. Они охотятся за комарами, там, где... они низко летают, над землей. Воробьи вообще высоко не летают.
мы выше едем. А лебеди, вот крупные птицы, летят выше, там, где самолеты летают, не на этой высоте. Так это то, что касается птиц, да? А если взять те, кто бегает по земле, там всяких пушканчиков, ежей, уже и прочее, как интересно нашу дорогу. Мы ни одного не убьем. Понимаете? Поэтому мы как раз самая безопасная транспортная система. Самая безопасная. Ну и плюс еще людей калечить не будет, так сказать. Если кто туда на опору не полезет, так нет, сказать. Это именно наука как раз она задумалась не над людьми, а вот птичек. Жалко, птичку жалко, да, так сказать. Нам тоже жалко, поэтому птичек мы будем беречь, безусловно. Ну, отлично. Ну, Анатолий Иванович, еще раз вас вот поздравляю так это в прямом эфире о том, что все, бумагу теперь уже позвонили сначала. Друзья, видите, как мы с вами за один репортаж сначала позвонили, сказали, что землю отдали, потом уже бумагу привезли. Так сказать. Подобного рода события каждый день происходят. Мы же работаем каждый день. Мы не сидим, не ждем. Мы работаем. И уже нас уже 220 человек сейчас работает. Это то, что вот в проектно-конструкторском, ну, как раз проектно-конструкторской организации, да, в компании. А те, кто инвестициями занимается, я не занимаюсь инвестициями, это фонды. Ну, это специализированные, конечно, компания, фонды, да. Там работают, я думаю, уже десятки тысяч. Десятки тысяч. Ну, если у нас сегодня инвесторов больше 120 тысяч, то... А участников где-то уже под 700? Ну, уже за 700, уже к 800. Я не знаю, да. Потому что, еще раз говорю, я этим не занимаюсь, поэтому я только от вас это... Анатолий Иванович, ваша задача заниматься проектированием, конструированием и строительством. А всем остальным есть кому заниматься. Да, ну, а поэтому... я почему-то подумал, что деньги несут единицы. Видимо, вот инвесторы сейчас придадут чемодане по миллиону долларов вот прямо в карман. Нет, я этим не занимаюсь. Я занимаюсь консультантской работой, инженерной работой. Анатолий Иванович, а можно вот тогда еще вопрос? Вот то, что обсуждали с Франчисиком сейчас, это вопрос по заводу. То есть сейчас реально идет обсуждение вопроса по строительству уже завода, по производству комплектующих для Skyway уже на территории Словакии. И вот Франчисик как раз сейчас говорил, что уже... Мы, кстати, с Виктором и с Алексеем были на этом заводе в июле, да? В июле, то есть мы его уже смотрели. И сейчас реально идет вопрос о модернизации под именно выпуск элементов для адресных проектов в Европе и в Словакии. Это вполне возможно, и место расположения очень хорошее. Это Словакия, это рядом же... Это граница с Австрией, да? Ну, с Австрией, вернее, Западной Европы граница, да? Причем там население достаточно большое. Это, я думаю, у вас меньше населения. Фактически Словакия по населению, как вся Прибалтика. Поэтому то, что, допустим, я планировал в Литве, по известным причинам не получилось, потому что власть не приняла такого. Все может получиться еще лучше в Словакии. В Словакии, да. Где нет русофобии. Вот ничего, что я русский или белорус. У вас же нормально отношение, да? Не будете считать, что я шпион? Вот эти президент почему-то даже посчитал, что я русский шпион. За мной стоит КГБ. Да. Ну, в данном случае, ФСБ. То есть это очень важно, кстати, как тебя понимают, как тебя воспринимают. Это тоже будет все нормально. Анатолий Иванович, тут спрашивают, трасса не упирается в деревню Горелец? Нет, мы... Я, наверное, не сказал, нет, я говорил, почему влево мы уходим радиусом 50 километров, мы отклоняемся от прямой линии, в сторону уходим влево, и проходим мимо всех населенных пунктов. Да, то есть ни в какой населенный пункт заходить это, не будем, нет, да? Конечно, это не нужно. Мы, там 5 километров поделили. В конце мы потом делаем остановку, разворот, там тоже станция будет, и едем обратно. Поэтому надо продолжить Словакию. Там тот завод, который строят сейчас, это достаточно серьезный завод, это даже по объему инвестиций 150 миллионов евро, это серьезный завод. Все, что там планируется делать, это подходит для нас. Поэтому там можно организовать изготовление металлоконструкций для путевой структуры, те же фирменные конструкции, те же опоры стальные, те же, допустим, опорные узлы. Это элементы инфраструктуры, те же рыночные переводы, вы вот видели, да? Да, сегодня нам показали именно уже чертежи и разработки, да, стрелочных переводов. Их, в частности, мы уже тоже, вы увидите, наладили производство мотор-колес, в том числе электродвигателей на постоянных магнитах. Можно их тоже производить, там можно. Так,
Далее производство подвижного состава, те же юнибусы, городские скоростные, да? Юнитраки грузовые, тоже можно производить. Если взять, допустим, грузовое направление, то у нас все уникально, в том числе терминалы, погрузочные и разгрузочные терминалы. Представляете, вот как грузят сейчас железную дорогу? На ходу же нельзя грузить. А остановка, он стоит часами, пока грузит. Все, он же, средняя скорость падает, логистика ухудшается. У нас погрузка на ходу и разгрузка на ходу. Поэтому терминал имеет особую конструкцию, а там тоже металлоконструкция. Так. И небольшая вот металлоконструкция, там терминал небольшой, но можно, например, обеспечить объем погрузки, как, допустим, про сибирскую магистрацию, 100 миллионов тонн. Представляете, как это нужно? Да? Это тоже можно производить на этом заводе. Да? Можно производить эту металлоконструкцию, это не обязательно сталь, это может можно алюминиевый сплав использовать. Да? Потому что у нас каркас с алюминиевого сплава. Тогда мы где-то вот на Юбисе, благодаря тому, что перешли на алюминий, где-то экономим по весу 400 кг. Поэтому можно производить те же каркасы. И другие элементы, там тоже много металлоконструкции. Это все можно делать на этом заводе. Загрузить его полностью, если, конечно, будут заказы. Поэтому очень важно работать с правительствами стран, с заказчиками в Европе под заказ. Это важный вопрос. Да, без заказов это не востребовано. Кстати, Анатолий Иванович, на апрель месяц готовят презентацию для президента Австрии. Там же сейчас новый президент, а он из зеленой партии, из зеленых. И он очень заинтересован, когда ему донесли о том, что есть технология, которая может убрать все автомобили из городов. Он сказал, что готов это. И там сейчас вот у нас целая делегация готовит презентацию. Так что в апреле не исключено, что будет презентация прямо в Австрии. Самому такому руководству, поэтому высокому руководству. Тут еще один товарищ баллотируется же. Президенты будут России. А, кстати, Анатолий Ильич, можно вас попросить чуть-чуть подвиньтесь, это солнце или это самое, то свет. Да, кстати, прокомментируйте эту ситуацию. Тут очень много сейчас вопросов. Это конкретно по кандидату в президенты России Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Он тут в прямом эфире, по телевидению как-то пожаловался, что сломался ее мобиль. А у нас же многие ее мобилисты, так называемые, сейчас работают у нас. Сам автор этого ее мобиля работает у нас. И производство, где он изготавливается, оно сейчас наше производство. Кстати, мы в этом месяце делаем, наш учредитель, компания GTI, Global Transport Investment, она выкупает, где, собственно, все инвесторы и акционеры. Не я той компании владею, а все инвесторы. Так? Она делает последний платеж, уже это производство, эти помещения, эта территория уже переходит полностью вот в GTI. Так? Это обошлось где-то 2 миллиона 550 тысяч евро. Это по поводу того, куда деньги идут. В том числе есть затраты, которые не идут в отчетах. Допустим, зал струнной технологии, потому что помещение не зал струнной технологии выкупает и производство, а GTI, и она отчитывается. Да? Да. Так вот, когда Жириновский пожаловался, я сказал нашим сотрудникам, свяжитесь с ним и скажите, что мы это ремонтируем бесплатно. Так, это и наша реклама, в общем-то, нормальная. И мы знаем причину, по-моему, скорее всего, полетел блок аккумуляторов накопитель энергии китайский. И мы сделаем лучше свой блок. У нас тоже есть накопитель энергии, в Юнибусе стоит, в Юнибайке, и он лучшего качества и больше подходит для электромобиля, чем то, что делают китайцы. Поэтому скоро мы возьмем этот автомобиль, пригоним. Да, то есть сегодня, пока мы были, как раз Виктор согласовывает, Бабурин сейчас уже с аппаратом Жириновского, как забрать этот автомобиль, как его перегнать в Беларусь, отремонтировать, как бы сделать. И заодно протестируем и поймем какие-то другие недостатки, потому что Юнибус это ведь тоже электромобиль. Почему-то все забывают, что большинство людей. Говорят, вот электромобиль Тесла, вот там другие электромобили. Так Юнибус тоже электромобиль. И там очень много общего. Их надо сравнить между собой. Кстати, по эффективности Юнибус, из-за того, что у него остальные колеса и другая аэродинамика,
в 7 раз эффективнее. Только по этим причинам. Электромобили традиционные. Почему? Мало того, что он не будет убивать людей, так он еще эффективнее. Поэтому мы хотим Е-мобиль тоже протестировать и тоже выявить какие-то недостатки, которые хотели бы устранить в Юниус. Ну, в электрической части имеется. Так что, я думаю, этот кандидат президент обязательно к нам приедет. Да, но сейчас уже идет переписка. Тут Антонович, я сказал, что я говорю, один из создателей работает. Они говорят, что Прохоров у вас в компании работает. Да нет, да, Прохоров не создатель этого автомобиля, это Виктор Сенкевич создатель. Работает дизайнером, да, Прохоров. Не, работают те, кто создавали. Он финансировал, он не разрабатывал. Он не проектировщик, не инженер, не разработчик. Он финансировал, не будет. А разрабатывали это инженеры, конструкторы, которые потом оказались безработными. И я взял за основную технологию, потому что там толковые инженеры, конструкторы. И они вот создают юнибусы, юнибайки, юнитраки. Антон Ильич, а такое производство, такой вопрос задают. Вот то производство, которое сейчас готовят, какое количество максимум юнибусов и юнибайков может выпускать? Ну так, в перспективе это производство. Ну, 100 в год мы можем где-то осилить. То есть это речь идет о сотнях, не о тысячах, да? Нет, тысячи это почти мало. Сотни, да, можно. Ну, то есть это вот на первые адресные проекты. Это, да, это единичное производство и только серия. Но это самое важное, мы должны отработать технологию, создать оснастку, оборудование. А потом масштабировать уже? Конечно. Нельзя сразу приступать к массовому производству. Более того, уже исходя из производства, уже нужно изменить конструкцию. Одно дело ты делаешь в единичном производстве, другое дело ты и серийное производство. Ведь концепт автомобиля и серийный автомобиль, они очень сильно отличаются. Потому что концепт делается вручную, а серийное производство делает машина. И, естественно, мы тоже будем это вот предел делать, естественно. А здесь будем отрабатывать технологию мелкосерийного и единичного производства. Всего, ну, всей той линейки, которую мы будем выпускать. Мы сейчас уже заложили еще 3 машины, другие. Кроме вот юнибуса и юнибайка, мы еще 3 машины делаем. И планируем здесь сделать их все качественно. Отлично. Вот. Мы тут еще кое-что интересное увидели, Анатолий Дарович нам показал сегодня, но рассказывать не будем. Это вы сами, кто приедет на Экофест, вы сами все увидите. Вот, сами. Тут, когда будет сделана презентация Назарбаеву? Вот. Тут Анатолий Ильич только что рассказывал, у нас буквально сколько, 2 или 3 месяца назад сюда приезжала делегация, очень серьезная, осенью, да. Отец группы, отец премьер-министра Казахстана, ну пока он был у нас, Франчисик смеется, потому что мы в прошлом году летом делали презентацию министру транспорта Словакии, вот Бабурин делал. То есть через 2 недели он перестал быть министром, да. То есть, видите, всякое бывает, течет все быстро, так сказать. Нет, для Казахстана у нас много проектов. Это моя вторая родина. Мои мама и сестра до сих пор там живут. Я заканчиваю там школу. Анатолий Ильич, про дома спрашивают. Дома будете на Экофесте уже показывать или еще не будут? Нет, дома будут к осени где-то, да? Нет, дело в том, что мы все-таки... Транспортное как бы, направление, это основное, да, инвесторы дают на это деньги, да. Поэтому экодома это несколько сторон, так. Поэтому я решил поступить по-другому. Я стал фермером, как частное лицо, да? И фермер за свои деньги заказал дом. Фермерский участок вот за ограждением. Да, вот там, да, сейчас покажу, друзья, вот там прямо за забором. Вот, видите, это самое, стоит эстакада, а за ней забор, вот за этими деревьями. Так вот, там больше 100 гектар, это все территория теперь тоже принадлежит, ну, скажем так, фермеру Юницкому, на которой тоже отрабатывается часть технологий, связанные в основном, как мы уже говорили, с землей, с гумусом, с эко-возможностями технологии. Вот. Потому что для инженерной компании это не совсем... подходящая работа, и на это инвестиции не приходят. Потом фермер Юницкий заказывает за восстановленные технологии,
спроектировать и построить экодом. И когда этот экодом можно будет увидеть, Анатолий Эдуардович? Мы не успеем. Нет, ну так нет. Ну в этом году это точно, да? Да, то есть... Поэтому за струнную технологию уже зарабатывают. Да. Все на фермере. Потому что это работа платная. И еще, Анатолий Ильич, прокомментируйте. Тут прозвучало, ну, как вы понимаете, где это прозвучало, о том, что первый адресный проект уже идет, и заказчиком сейчас являются инвесторы, которые строят экотехнопарк. Да. То есть, потому что тут это вот на то, что где идут первые адресные проекты, я сказал, что они уже идут, если вы это не заметили. То есть, вот прокомментируйте этот вопрос, потому что народ везде, где первый адресный проект, уже говорили, запустили. Когда я искал инвестиции, искал заказчиков, выходил на правительство, в Организацию Объединенных Наций, я работал как частное лицо, как одиночка. И не мог найти достаточно инвестирования, не мог найти там деньги, поддержку. Ну, была поддержка, но она очень слабая. Ну, что там, 100 тысяч долларов, это ни о чем для такого мощного проекта. Вот когда я обратился к народу и пошло народное финансирование, то я тоже был, вначале это фактически один, да? Я саккумулировал опыт вот, по привлечению инвестиций и по работе с заказчиками. Я знаю, что нужно арабам, что нужно, допустим, индусам, что нужно американцам, европейцам, да? Что нужно вообще от транспорта, да? Что нужно для создания инфраструктуры, городов, там, линейных в том числе, тем более, что по линейному городу я получил вот эту идею, даже поддержку от Организации Объединенных Наций и от заместителя генерального секретаря ООН Клауса Тофера, который, собственно, выдавал первый грант от ООН. Да? Вот когда я саккумулировал эти знания, то фактически вначале я был заказчиком на этой технопарке. Вот то, что здесь вы видите, было нарисовано мной. А потом, когда уже было создано проектно-конструкторское предприятие, когда были взяты конструкторы, проектировщики, когда уже стала появляться серьезная команда, то уже вся команда выполняет эту работу и фактически сейчас заказчиком выступает зал струнной технологии на экотехнопарк, который является частью учредителя GTI. Вот как раз это место, который владеют и все инвесторы, да? Все акционеры. Поэтому все акционеры фактически и инвесторы через меня, через зал струнной технологии заказали первый адресный проект. Для того, чтобы показать все многообразие технологий, все преимущества грузового направления, поэтому оно есть здесь, городского направления, оно тоже здесь есть. Высокоскоростного направления, вот мы сейчас землю уже получили, мы скоро начнем строить, да? Девелоперское направление, потому что здесь тоже есть инфраструктура. В том числе агробиотехнологии, потому что я декларировался вначале, а сейчас я уже это делом доказываю, что мы не только не уничтожаем почву, ведь сегодня под железными дорогами, автомобильными, закатан асфальт, 5 территорий Великобритании. 20 территорий Великобритании почвы убиты, загрязнены канцерогенами. В выхлопе автомобиля 100 канцерогенов, больше 100. Антиобледнительные соли и так далее. Это все почва уничтожена, убита. Так наша задача не только вот не убивать почву, но надо ее вернуть обратно. И то, что похоронено под асфальтом, там сейчас нет почвы. Она в сторону бульдозера, ее нету. Значит, ее надо создать. Причем ту, которая была когда-то, природная почва, причем типа черноземов. И поэтому у нас эти технологии тоже есть. Создание почв из органики, из любой органики. И в почву легко переработать уголь. Его сейчас сжигают, а можно с него делать почву. Буря уголь, торф. Древесина, те же опилки, да? Вот леса, это я в Европе был там много раз, и тоже в Германии леса ухоженные, чистые. А в Беларуси в лесах там многие поломаешь по этим буреломам. А почему бы их не почистить и вот эту вот органику, древесину, не переработать в почву и внести гумус в почву? Вот в Беларуси
гумуса меньше 2%. Скоро здесь будет пустыня. Уже гумуса практически нет. В Европе почва убита химизацией и перепашкой за, вот, ну, за столетие, да? Ну, за последние 100 лет, по крайней мере. Поэтому не зря Гитлер, первое, что он начал делать, он вывозил чернозем эшелонами в Германию. Понимая, что почва убита в Германии. Да? Поэтому эти технологии очень важны и для любой страны, туда, куда мы придем со своими проектами «Струнных дорог». Поэтому можем прийти построить дороги и возродить почву, посадить там сады. Антон Ильич, вот мы здесь уже посадим. Да. Такой вопрос. Он говорит, по первому адресному проекту понятно, а где будет второй? Второй мы ведем переговоры. И, ну вот, в частности, на следующей неделе мы едем с бабулями в Индию подписывать контракт. Возможно, в Индию. Да, то есть дальше уже... Арабы, чтобы тоже подписать контракт. Возможно, в одну из арабских стран. Вот наши словаки, словацкие друзья приехали, так. Тем более они сейчас серьезно будут инвестировать. Так, может быть, и адрес АТЭК будет в Словакии. Да. Я могу назвать еще десятки стран, где это возможно. Поэтому второй трудно сказать. Может быть, сразу в нескольких странах. Веером, понимаете. Да. Так, ну мы как дальше? Мы на производство, на завод. Да, вот, там на заводе посмотрим. Это самое. Так, ну что, тогда перерыв в этом в трансляции. Антон Ильич, спасибо вам за это самое, за такое развернутое интервью. Вот всегда это с большой радостью, с большим удовольствием всегда можно смотреть. Тем более не так часто это случается, друзья. Ну, Антон Ильич, у инлайнера такое его собачье дело. Вот, тем более с такими говнюками, которые там работают. Поэтому что говорить. Особенно мне понравилось в кавычках. Там комментарии, они же специально делают фотографии и делают мое лицо красным. То есть подкрашивают, да? Я помню комментарий, почему этого алкаша с синей мордой еще не посадили и не выгнали с Беларуси. Потому что он строит здесь бутафорию и потемскую деревню. Так вот, вы можете убедиться, что здесь нет бутафории, это все реально. И мы не строим потемскую деревню. Тем не менее, они так написали и продолжают писать дальше. Ну, так, ну, у них, как говорят, собака гавкает с онлайнером, да. А караван идет, так сказать. Я бы сказал так, и когда мне Министерство транспорта говорят, а ведь онлайнер написал другое, и, наверное, не зря, или когда в Академии наук говорят, вы знаете, а ведь онлайнер, наверное, не зря написал, да. А мы не жулики, и что, надо ходить и доказывать, что мы не жулики, или работать? Поэтому не надо считать эти статьи безобидными. Ну, конечно. Так, это элемент войны, Антон Ильич. И война ведется. Вот, взять даже историю моего рода, но в книге есть, Юницкой небесной дороги. Когда в 30-е годы соседи написали анонимку на моих предков, дедушку, бабушку, братьев, сестер в НКВД, ну, тоже можно было посмеяться. Но всех Юницких расстреляли. Всех. Остался мой отец живой, ему было 7 лет. Потом я появился, потому что мой отец остался жив. Ну тоже можно к ней относиться так, спокойно, подумаешь. Так такие, как онлайнер, вот такие доносы-то и пишут. Да? Они хотят уничтожить все новое передовое. И в первую очередь своих же, они же белорусы. Поэтому не надо считать это безобидным. Ну, безобидным это никто не считает. Если собака лает, это неправильно. Собака может быть бешеной. Она может укусить, и тогда от бешенства сам помрет. Поэтому надо не просто отгонять, а дать так, чтобы она... Или укол сделать, чтобы бешенство это вылечить. Одни из уколов, это вот 100 тысяч долларов, и заплатят на 500. Но... Я обещал, что если мы выиграем суд, и, а я уверен, что мы выиграем, но не заплатят эту сумму, то... Я подарю эти деньги в детском садам к Марину. Ну, будем ждать, да. Решения. Ну, они затягивают, решение будет. Ну, оно будет. Естественно, где-то весной этого года уже такое решение будет. Вот. Ну что, Антон Ильич, едем на производство тогда. Вот. Да. А здесь, друзья, еще раз просто могу по. Так, тут. Друзья, просто откуда мы сейчас ведем, я показываю еще раз.
Так, пригласите этих... Да приглашал я этих засранцев. Они говорят, нас техника не интересует, нас интересует только дерьмо, которое они пишут. Просто смотрите, видите, сзади в одно окно... То есть насколько интересно идет презентация, что в одно окно мы смотрим, мы видим... Одну эстакаду, видите, вот она там начинается, в окно туда уходит, вот в ту сторону она уйдет на 16 километров, решение которого. Здесь постоянно, видите, идет презентация. Вот. И теперь я подхожу, видите, тут у нас горит огонь. То есть, когда говорят, что это такое, объясняем, что это то, что обогревает дом, потому что здесь нет отопления, так как он в таком эконом-варианте. И, соответственно, этот камин, он не просто для красоты, он еще, видите, вот SkyWay бежит вода, очень все красиво. Вот. И, соответственно, вот вторая трасса я показываю. Видите, вот легкая трасса проходит тоже, вот она, топоры стоят. А дальше туда, далее, видите, стоит анкерная опора грузовой трассы. Поэтому все четыре элемента, которые здесь есть, они сегодня строятся. То есть вот я тоже часть, видите. Так, не, я еще не смотрел то, что выслали, это я буду смотреть. Я все-таки здесь, друзья, не очень могу сейчас это. Ну вот... самое, то есть, вот наша такая непринужденная работа. Вот. И я могу сказать, результаты, конечно, сегодня просто превзошли все ожидания, потому что действительно очень драниками гостиницы. Драники у нас вечером, друзья. Вечером у нас еще будет встреча с послом Словакии в Белоруссии. Вот, то есть, которая это. И сейчас обсуждается еще на следующей неделе. Через неделю мы также будем здесь, друзья, с большой арабской. Ну, когда Юницкий с Бабуриным вернутся с Индии на следующей неделе, то мы будем как бы. Так, ну что, давайте на этом мы сегодня будем заканчивать. Вот, то есть с завода мы где-то через час будем в Шарабанах на... Шарабан, я правильно произнес? Да. Это сам там, где производство. И, ну, там посмотрим... Шабаны, в Шабанах завод. Вот, если, ну, там получится кое-что, там тоже там как раз ребята будут смотреть и юнибайк, и юнибус. Вот, там еще сейчас заложено еще... три машины. Вот, соответственно, тоже, что можно, что Юницкий разрешит поснимать, тоже поснимаем, сделаем. Я думаю, что так же будет интересно, полезно. Вот, это то, что те вот... Почему сейчас так много упоминается этот самый, эти засранцы из онлайнера, потому что вчера они опять разродились одной там статьей по суду, там опять, так сказать, то есть этим ребятам не то, что не имется, вот, они ни на что больше не... Ну вот, друзья, давайте на этом будем завершать на сейчас. Через час будем снимать уже на заводе. Ну, конечно, Маргарита, там можно вырезать, тем более такие новости, которые сейчас Юницкий озвучил, сказал. Я специально попросил, чтобы он это сказал сам в эфире, чтобы это ниоткуда не звучало. Потому что выделение земли после письма президенту Белоруссии – это, друзья, веха. И то, что сейчас уже то, что сдерживало дальше строительство, это очень важно. Ну и то, что вот инвесторы, которые сегодня уже обсуждают уже инвестиции и работы на миллион долларов, это тоже вот в прямом эфире вы видели. И адресные проекты, Индия, подписание договоров. То есть это теперь не звучит не от кого-то, а лично от Юницкого. Естественно, что эти материалы можно использовать. Так что, друзья, строй SkyWay, спасай планету.